Всем привет, с вами Баллончик, и я наконец-то въехал, как записывать звук с игры, а не только мой с микрофона. И должно получиться нормально, поэтому давайте просто без моих комментариев послушаем игру, сыграем пару боев, и это будет летсплей следующий, 7-й, если я не ошибаюсь, по World of Warplanes. Итак. Куда полетим? На чем? Не знаю, вот это мой любимый теперь самолет. Модули у него стоят, обслуживание стоит, зажигательное бронебойное. Сделаем так. Вероятность пожара. Давайте вот это все-таки возьмем. Так, применить. Почему бы и нет, если мы могем. И сколько премиум стоит? 3 дня. 72 часа. Ладно, нет, поехали. Так, звуки с игры. Слышно? Должно быть слышно. Бой начинается! Объект поврежден. Опасное пикирование. Уничтожен. Объект уничтожен. Попадание. Опасное пикирование. Бой начинается!
Опасное пикирование. Объект уничтожен. Есть попадание. Бой начинается. Фюзеляж поврежден. Максимальная скорость снижена. Пробит бак. Увеличена вероятность пожара. Самолет уничтожен. Бой начинается. Штаб разрушен. Союзные зенитки ослаблены. Опасное пикирование. Вражеский штаб разрушен. Эффективность зениток уменьшилась. Объект уничтожен. Опасное пикирование. Объект уничтожен. Попал. Критическое попадание. Первый сбит.
Есть попадание. Опасное пикирование. Объект уничтожен. Потеря управления. Нужно увеличить скорость. Объект поврежден. Опасное пикирование. Объект уничтожен. У врага остался последний самолет. Мы победили! Да, наконец-то. Так, токены. Токены. Ключ. Так, указать. Где токен? Вот так. 10-й уничтоженный объект. 1-й сбитый самолет. 3-ю победу в день. Отлично. Ну, дальше я уже возьму без записи. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.